Полноразмерный кроссовер Cadillac XT6 вскоре появится и в России. Во всяком случае, американская марка уже оформила сертификационные документы. Для нашей страны местный офис принял непростое решение отказаться от атмосферного двигателя V6 в пользу турбированной четверки. Этот же силовой агрегат предлагается для китайской версии большого Кадиллака. При этом российские покупатели 5-метрового паркетника получат особенный вариант двигателя. Он дефорсирован по мощности, но не по крутящему моменту. У нас XT6 будет предложен только с полным приводом, хотя на других рынках также существует и переднеприводный вариант. Коробка передач – классический 9-ступенчатый автомат. На выбор будут доступны 7- и 6-местные исполнения. Во втором случае сзади вместо дивана будет стоять пара раздельных кресел. Что касается места сборки, то мы получим чистокровных американцев. В Россию машину будут приходить из штата Теннесси. В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения лифтбека Peugeot 508, которые напомнили, что французы хотели вывести эту модель на наш рынок еще в прошлом году. Прошлой весной Peugeot оформил российский сертификат одобрения типа. Из документа следовало, что россиянам предложат бензиновый турбомотор и 2-литровый турбодизель. Однако сейчас российский офис марки утверждает, что поставки 508-х начнутся не раньше 2021 года. И тому есть веские причины. Сейчас локальное подразделение концерна ПСА занято выводом марки Opel, а также усиленным продвижением фургонов и микроавтобусов калужской сборки.